Сотрудники госавтоинспекции города Асбеста подвели итоги профилактического мероприятия «Ребенок и улица». По результатам профилактического мероприятия можно смело сказать, что игра с жизнью продолжается. Правила дорожного движения не соблюдают пешеходы всех возрастов. Особенно страшно то, что взрослые учат своих детей переходить улицу в неположенном для этого месте. При этом и те, и другие рискуют своим здоровьем и жизнью, перебегая через дорогу, не задумываясь о последствиях. За время проведения рейдов 75 несовершеннолетних нарушили правила дорожного движения. Остальные нарушители были все взрослые, а их более 100 человек. И все они переходили проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода. Среди 100 взрослых не менее 20 асбестовцев через дорогу переводили своих детей дошкольного возраста. Были случаи, когда взрослые и несовершеннолетние подходили к проезжей части и, увидев сотрудников ГИБДД, улыбнувшись, возвращались к пешеходному переходу и там уже безопасно переходили дорогу. Но вот взрослые, несмотря на то, что стоят сотрудники ГИБДД, шли на пролом по привычке. За нарушение всем взрослым был выписан штраф в размере 500 рублей. Что касается детей школьного возраста, инспекторы ГИБДД в их дневниках делали пометку о нарушении правил дорожного движения. С нарушителями инспекторы ДПС провели профилактические беседы.